Валерий, как же так получилось? Что вы нашли тушу лося и не сообщили об этом, зная о том, что это незаконно? Ну, сейчас сообщим, сообщим. Сейчас сообщим, уже поздно. Уже мы будем сообщать. Понял. У вас точно все нормально? У вас походка неуверенная. Нет. Вы не выпивали? Ну, здесь вон, видишь. Я говорю, не выпивали? Нет. Ну, все, Паш, пока можете в машину присесть, если хотите. А можете полностью представить фамилию, имя, отчество, дату рождения? Рашкин Валерий Федорович. Угу. Дата рождения? 14 марта 1955 года. Угу. А работаете, пенсионер? Чем занимаетесь? Работаю. А где работаете? Кем? Депутат Государственной Думы. От какой фракции? Компартии Российской Федерации. Угу. Спасибо. Так, а можно вашу? Представьте тоже полностью фамилию, имя, отчество, дату рождения, чем занимаетесь? Гнош Александр Вячеславович. Угу, полностью, дата рождения? 11 апреля 1972 год. Работаете? Нет, мне временно. Безработный? Временно, да. Хорошо, спасибо.